Поддубный Алексей Павлович, герой Советского Союза. Родился 10 марта 1907 года в селе Салахи, ныне Белгородский район. Работал плотником на сахарном заводе. В 1929 году был призван в армию. В 1932 году окончил Сумское артиллерийское училище. На фронт попал в июле 1941 года. Начальник артиллерии 569-го стрелкового полка, 161-я стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт. Капитан поддубный Алексей Павлович в ночь на 25 сентября 1943 года переправил артиллерию полка через Днепр в районе села Зарубинцы, Каменский район Черкасской области, на плацдарм. В боях на правом берегу реки артиллерия полка успешно отражала контратаки противника. 22 октября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР поддубному Алексею Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны первой степени, Красной звезды, Красного знамени.